Пацаны, всем здорово. Как бы здорово, господа. Господа, сегодня вышло обновление в CSGO, которое вас удивит. Сегодня проснулся 20-летие Counter-Strike, и поэтому Valve решили ничего нового не придумывать, а добавили старую версию Dust 2, которая сейчас доступна в casual режиме. Также добавили Chicken Capsule наклеек, понерфили полностью AUG, теперь он хуже стреляет по скорострельности, он менее точен в ноузуме. Ну, он как бы говно теперь получается. Да, они могли написать, он теперь говно. Да, и все, можно было ничего не объяснять. Но да, все равно и надо попробовать, интересно даже. Да, вот капсула Chicken. Я ее открою на лайв-канале. 100 штук. Да, они доллар стоят, слушай. А представь, здесь какие-то дорогие есть. Ну, я думаю, что розовые нормально стоят. Слушай, смотря на это, я вспоминаю мультик Цыпленок Цыпы, помнишь такой? Да, да. Ну, кстати, ну, я не знаю, наклейки, конечно, дебильные немного. Типа, кому они нужны, я не знаю. Кому не нужен петух? Да. Напоминаю, я перешел на платформу Twitch, поэтому все стримы ищите именно по этому ID. Жду тебя на следующем стриме. Моргейм, съедешь на мажор Берлин в сентябре? Да, еще и не один. Я с тобой, брат. Со мной три друга есть. Целой компанией просто полетим. Да, родителей позвал, короче. И вся семья, еще собака. Пикник, чай, кофе. А почему в итоге обычный Даст? Ладно, все, какие-то деревенские шутки. Почему обычный Даст? Я только сейчас понял, где наша карта? Слушай, нереально. Блин, так кайфно, такое все старое. Ты меня еще и убил, но это все. Реально стараются парни. А где искать-то в итоге? Ладно, выходим. Чувак, в этом прикол. Короче, игра, кто первый найдет. Да я не понял, что значит. Ну, casual это же обычно. Чувак, а правда, где она? Так, я пошел, короче, переводить. Что за бред? Я вот тоже захожу, типа, и почему? Может, они вообще это развод какой-то? А, понял. Она рандом будет, слышь? Зайди ко мне в пати. Да, типа, Dust 2 лобби будет. То есть, Dust 2 выбираем актив группу, и вы падаете либо нового, либо старого. Мне так не кажется, давай посмотрим. Так, casual там. Чувак, ну это полный бред. Подожди, может я... Ой, я зашел, все. А, нет, у меня новая. Пригласил. В смысле? Только что же была новая карта. Серьезно? А, господи, она что, меняется по раундам? Че за бред? Она меняется по раунду, дед, заходим. Играешь раунд, и карта меняется. Че за бред? Что-то ищем. Так, ну все, наконец-таки, короче, решилась, походу, проблема. И мы все равно сейчас на новом. Но это начало, вот. Пацаны, я надеюсь, сейчас будет Stardust. Да, да, наверное. Ну все, живем, верим. Такие лютые пиксели, просто. Как вам такое? Подкайф. Взорвется? Слушай, а FPS вырос? У меня да. У кого FPS заметно? Я не знаю, вырос? Мне заметно упал походу. 240. Ладно, подожди, у тебя вырос или упал FPS? Вырос. Да, это не сложно. Вырос, все, понял. Блин, ну забавно. Не, правда, нормально забавно. Это сделали. Ну, а так легко запрограммировать, поменять карту, серьезно? Согласись? Ну да, очень легко. Это происходит очень неожиданно. Не, реально, Вальф молодцы. Это самое лучшее обновление за все время. По кайфу, брат. О, верните меня обратно. Что за бред? Пацаны, кто тут самый активный, такой веселый и так далее? О, подписчик? Как тебе это, карта? Я не знаю, это забавно, это угарно. То, что это, знаешь, мне кажется, были уже сервера в паблике с этой картой, типа, просто по фану, но, типа... Тут скайбоксов нет. Да? То, что ее добавили просто да. Сами Valve, типа ее можно официально поиграть, это смешно. Забавно. Было бы весело в матчмейкинге, да, да, бро, да. Правда. Во, кстати, реально. Чтоб каждый раунд так же менялось. Вот это было бы годно. Почистить. А этот, паблик, ну это, чисто раз побаловаться. Да-да, нет серьезности. Да. Ну карта абсолютно полностью меняется. Да, на тайминге теряются, флешки, раскидки. Да, она всякие. И уже очень, она очень узкая, вот. Не знаю, короче, лоб да, узкий, да. КТ узкая. Я правильно понимаю, это 1.6? Нет, это Condition Zero. Ну да, понятное дело, это 1.6. Может быть, они это добавили, показав свой контраст, работу с картами? Ну реально. Я тебе так скажу, что по 1.6 эта карта все равно была лучше, вообще лютые пиксели. Пацаны, тут живые есть? Подписался? Молодец. Омлетница, я тебе даю сейчас 50 рублей на киви.
Если ты сейчас комментируешь этот раунд. Комментируй коври. Вот, видишь, коври X. Комментируй его, пожалуйста. Пошел, процесс, давай, давай. Соперников не видно. Предполагаю, что кто-то есть тёмка. Это не так. Это не так. Может быть, будет стоить. Потому что перец не на нашу сторону. Активней, брат. Я не знаю. Ты достаточно странное действие. Какое у него оружие в руках? Авик. Вот, может сейчас убить противника, но тайминги не ловит. Но соперник, блять, напарник. Бомба на вангу, но что-то делает. На миду челик. Что-то делает? Но по таймингам не видели друг друга, разбежались. Ничего, я он чекает. Не думал, как это так потом работать? Да, я думаю. Стоять еще на наша потом. У тиммейта есть фул информация о нем. Два авика. Фул, надо чуть-чуть побыстрее делать. И они собирают... Где эмоции, чувак? Молодец. Бро, кидай свой киви, я сейчас тебе оплачу. Ёба, вот это пацан поднялся, я скажу. Да, чувак, ну реально он поднялся. Представь, завтра он на мажоре будет комментировать. Так, Шокс что-то делает. Тавик не ловит. Не, ну как тут стены просто Майнкрафт. Да, Майнкрафт. Это лютое вообще, не знаю. О боже мой, что же ты творишь? Вот это хедшот, который не ты поставил. Какой флик? What the flick, dude? Смотри. Из 1.6 флеш. Вау. Пора делать ролик. О май гад, у меня осталось карт. Осталось попасть. Нормально, спасибо, сделали. Брат. 1 хп, чувак. Смотри, как... Только благодаря тебе вытащили. Широко. Давай не будем шутить про бывшую. Раз в два, на самом деле. Про бывшую шутку берем, раз. А он скинул номер, я даже не видел. Хочешь, ему позвонить даже? Так, чувак, слышь меня? Омлетница. Не, он жив. Чувак, у меня вопрос, что они делают здесь? Короче, пацаны, слышите меня? Я не знаю, вы меня слышите или нет, но я вот скидываю счастье 50 рублей, вот, все, ушло, бро. Я надеюсь, твой номер в районе. А он на клейке офигевает, типа, потому что на авик. А то, что 50 рублей ему пришло, это ладно. Да. А то, что тут как бы все КТ-шники бегают, это тоже ладно. Типа нормально вообще. Можешь авик вернуть, по-братски, чувак? Авик, верни, по-братски, чувак. Так неправильно, спасибо. Ну ладно, пацаны, давайте в честь уважения. Я чел 50 рублей закинул, можно я вас убью, брат? Все нормально. Можете в ряд встаньте? Они меня не слышат, чуваки, мне кажется. Да. Живых не слышат. Ну, противоположной команде. Это там видно. Ну, они, кстати, знаешь, такое чувство, как будто тебя слышали просто и делали. Да. Ты не шок, ты лошок. Вот это унижение. Чувак, зачем? Конкретно просто. Это прожар. Прожар ККСер. И ты опять этого не узнаешь, потому что ты снова живы. Пришли, ну деньги, пришли. А, все, не за что. А, пришли? Не за что говорить. А, он сказал спасибо. Скиньте, там тоже кто-то сейчас пойдут номера скидывать. Так, ну-ка, минута. Минута на таймере, 4 врага осталось живых. Ага. Это что? Ничего. Что-то делает. Шок что-то делает. Да лучше бы сделали разделение, кто хочет старый, кто хочет новый, просто. Я не знаю, кто вообще прям активно так на пабликах играет, реально. Но, видимо, много, походу, играет. Возможно, они могли бы добавить матчмейкинг, бро. Но он слишком популярный, поэтому решили продвинуть обычный режим. Я типа Рю подписался. Смотри, там показывает путь к успеху, рассказывает. Да, вот сейчас напишет книгу, чувак. Книга. Как я заработал свои первые 50 рублей. Нормально. Блин, мне нравится контент, чувак, на самом деле. Последний раунд сейчас мы играем, и у меня реально ролик получился. Очень классно. Так. На Б очень много, Шок это понимает. Поэтому чекает. Смотри, какой вин тут, чувак. Да, как будто из 1.6. Да, серьезно, кстати, реально. Ну дырка прям, знаешь, она такая четко выглядит. Представь, это простреливается, слышишь, кто-то простреливается. Желтый. Чувак! Желтый, я говорю, слышишь? На радар посмотри. Слышишь, чувак, Фридом, слышишь? Все желтые простреливаем. Иди туда, прострели меня в стенку, хорошо? Это простреливается или нет? В 1.6 прострелил вот сюда. Его убили. Так, Алёша побежал. Нет, он не идет. Нет. Ууу,
Вот так они, значит, продумали эту карту. Ну и где вот этот old school, вот эти прострелы через всю карту? А, ты же в тебя не видно. Вот и гейминг, да? Ну такой клатч потащил. Клатч. Это нереально. Пока, Эрик. Ты еще будешь играть. Я ушел, брат. Спасибо за игру. Пацаны, ну вот и все. Мы поиграли в этот режим. Что могу сказать? Вальф. Вот, это Вальф. Пофаниться можно. Пойдите порофлите с друзьями, поиграйте на старой карте. Но, конечно, ожидалось что-то большего. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был я, Шок и Моргеймс. Ждите больше роликов с Моргеймсом, я думаю, вам заходит. Реально позитив был весь ролик. Я не мог убрать свою улыбку. Конечно. Если ты хоть раз улыбнулся, чувак, ставь лайк прямо сейчас. Жди мой новый ролик уже послезавтра. Напиши свое мнение по поводу этого обновления в комментариях. И не забудь, по-братски, нажми на колокольчик прямо сейчас под этим каналом, чтобы получить оповещение о новом ролике. Пока. Всем пока.